В рамках Дня пожилого человека в Сухом Лагу прошел фестиваль клубных движений Южного управленческого округа. В фестивале участвовали 9 творческих региональных коллективов. На конкурсе были представлены оригинальные работы клуба «Увлеченные жизнью» города Березовский, панно, цветочные экспозиции, тончайший ручной труд. Самодельные куклы представили наши местные рукодельницы. Экспозиции, выполненные в сочетании фруктов и зелени, представил рефтинский клуб «Озорницы». Открывал фестиваль наш сухоложский клуб «Свирель». Что может быть лучше России, любви безграничной моей? В номинации «Литературно-музыкальное творчество» призовое место занял клуб «Озорницы» поселка Рефтинский. По декоративно-прикладному искусству победу одержал клуб «Рукодельница» город Сухой Лог. Следующий фестиваль пройдет в октябре 2012 года. Проведение мероприятия планируется в городе Березовский.